Приветствую, друзья! Как у вас дела? Сегодня я вам хочу показать один из престижных зеленых районов на европейской стороне Стамбула, расположена на побережье Мраморного моря. Этот район называется Бакыркой, но вы знаете, что в Стамбуле каждый район это как отдельный город, поэтому там есть внутри махалле, по-нашему, если так сказать, микрорайоны. Сегодня вот мы едем в Флоре. Хочу показать немножко, рассказать о Флоре и показать жилой комплекс, проект и посмотреть квартиру. Дело в том, что к нам обращались и попросили показать элитные дома. Буквально пару дней назад вы видели, что я по Зейтенбурну и Пьяле жилой комплекс снимал. Сегодня вот как раз в Флоре. Так повезло, что его тоже я вам буду показывать. Хочу еще раз рассказать немножко про характеристики района Флоре. Первое – это жилая среда и инфраструктура. Очень много вилл, очень много элитных домов. Очень зеленый, очень чисто. В этом плане прям вот сейчас мы проезжаем, видите, все классно. Второе – пляж и природа. Здесь шикарная набережная, очень много приезжает сами турки из других районов. К сожалению, не иностранцы, а туристы мало знают. Те, которые знают, обязательно посещают. Те, которые уже посещали основные места, туристические места Стамбула, они приезжают. Иностранцы очень много приезжают, отдыхают, смотрят. Поэтому здесь пляжи очень шикарные, парковая зона, очень много ресторанов. Рыбных ресторанов, элитных, и, кстати, большие коммерческие клиники тоже здесь находятся, поэтому там этот район действительно классный. Третье – это шопинг и развлечения, в продолжение как идет, да? Здесь очень много торговых домов, и основной – это Флория, торговый дом называется Авами, и там есть аквариум. Аквариум считается один из больших по Европе, поэтому обязательно посетите, рекомендую, с детьми сами, очень интересно. В торговый дом прям вдоль набережки, там панорамные рестораны, кафе, есть амфитеатр, где вы можете сесть с друзьями, просто прийти, кофе что-то взять или с собой принести и смотреть на закат. Многие приезжают именно смотреть закат. Следующее идет культура и история. В районе Флория есть несколько музеев и культурных мест. Поэтому обязательно можете посмотреть. Вы знаете, что здесь есть еще аэропорт Ататюрка. Там есть музей самолетов. Прямо это тоже находится в районе Флория. Транспортная доступность. Здесь Е5. Одна сторона, другая сторона ближе к набережке идет Мармарай, поэтому здесь проходит Мармарай, обязательно можете спокойно посетить без всяких проблем транспортных именно. И качество жизни. Качество жизни здесь намного лучше. Мне очень нравится именно Бакыркой. Этот район считается именно образованных, и каждый район имеет особенность. Здесь в основном живут медики, в основном живут адвокаты, и очень обеспеченные люди живут в этом районе. Очень много обеспеченных, потому что здесь действительно очень много вилл и престижных таких домов. Сейчас вот мы подъезжаем. Давайте посмотрим. Дальше буду переводить. Немножко иногда мне сложно, потому что на турецком переводят, и я очень много говорю. Заранее извиняюсь. Давайте. Вот приехали посмотреть проект. С вами я познакомлю. Классное место, как всегда. Здесь по-другому все классно делается. Проект находится, вот как ранее говорил, в районе Флоре. Здесь видите вот этот летний домик на берегу Мраморного моря. Раньше здесь жил сам Ататюрк. На летний сезон приезжал, отдыхал. Здесь, в этом районе, в основном, как ранее говорил, все идут такие объекты, то есть виллы, таких концепций, невысокие, двух-трехэтажные,
И они могут быть старые, новые, но концепция одна, поэтому здесь живут очень достаточные люди. Для примера, вот они привели дома, как выглядят. Вот по местонахождению он находится между Е5 и по набережке. Здесь очень много торговых домов знаменитых, то есть все люди приезжают, даже не скажу об туристах, а сами турки приезжают. Здесь есть Флория, Флин, это торговые дома. Флория очень знаменита, если в интернете прогуглите, увидите. Вот здесь летний домик Ататюрка рядом, и есть парк, лес, называется город лес Ататюрка. И здесь идет вот дальше дорога вдоль набережки. Раньше вот по нему мы в аэропорт ездили, я помню, когда-то я приезжал, как она объездная вдоль набережки. И таким образом можно выехать в сторону и азиатской части, это Зейтинбурну, Фатих и так далее. Очень недалеко. Вот фотографии они показывают, какие здесь торговые дома. Вот лес показан, Флория, торговый дом, у него вот много этих кафетерий, ресторанов, которые вдоль набережки, все приезжают, видят закат, всегда вот закат на закат приходят. И здесь вот полностью дома все показаны. Здесь сейчас проект строится здесь. Как видите, в основном все виллы. И сверху, вот если сверху посмотрите, это площадка аэропорта Ататюрк. Сейчас как пассажирский не функционирует, только работает карго и коммерческие вылеты. Часть аэропорта, то есть взлетные эти площадки, часть сделали как лес. Сейчас строят, посадили очень много деревьев, какие-то коммерческие помещения строятся. Там будет парк, как в Нью-Йорке, очень большой парк, поэтому район полностью обновляется. Это фотографии, старые фотографии, они вот для презентации включали, скорее всего. Сейчас проект уже завершается. Как видите, до набережки 1 километр, и здесь между ними только виллы двух-трехэтажных. То есть я, скорее всего, думаю, что у них вид на море. Проект располагается по территории 20 500 квадратных метров. Скажем, по концепции 5 разных концепций типа, да, из 12 блоков. Всего количество 96 квартир. 3 квартиры получается 2 плюс 1. Представьте, всего 3 квартиры 2 плюс 1. 21 3 плюс 1. 16 квартир 4 плюс 1. 40 квартир 5 плюс 1. И остальные вот 6 плюс 1, 7 плюс 1. То есть здесь действительно большие квартиры, именно как люкс идет, премиум класса. Еда. 2 плюс 1 они продали. Здесь у них только начинается от 3 плюс 1 до вот 7 плюс 1. 6 плюс 1 и 7 плюс 1 имеется как дуплексы. У них есть лифт, не только лестница, а имеется лифт. 3 плюс 1 начинается от 224 квадратных метров, заканчивая вот 7 плюс 1, 675 квадратных метров. Сейчас смотрите, участок из двух участков они сделаны. Вход, вот если видите, идет вдоль Ешель-Юрт, со стороны улицы Ешель-Юрт заезд. Здесь есть паркинг, то есть у них 2, 3, 4 парковочных мест. И вот этот Е1, Е2, Е3, здесь 3 плюс 1, вот этот D-блок 4 плюс 1. Участок, здесь все идут уже 5 плюс 1 до 7 плюс 1. Her katta iki daire var. В каждой площадке всего по две квартиры. Evet, ve üç menzara olarak, üç cephe yani koltuk.
они все будут угловые, так как две квартиры на два, и получается с трех сторон вид. Получается вдоль, да, внутри, как парковая зона, здесь сделают фонтаны. Ve bütün daireler bunu görebilecek hepsini. Получается вид со всех квартир на эту площадку, то есть. 12'den Да. başlıyor. Все балконы начинаются от 12 квадратных метров и выше. Bunlar yaylı daireler, yani teras ve bahçe, teras direkt su üzerinden. Получается, у них есть бахчекат, который первый, да, по нашему первый этаж, который имеет такие террасы, выходы на, и это искусственное озеро они сделали, ну, по нашему это как фонтан, да, и здесь они таким видом идут. Şimdi bunlar uçarsa bir manzarası yeşil alan görüyor. Вот 3 плюс 1 у них идет как зеленая зона. Balkonları gösteriyor. Bu uçarsa bir balkon Это gayet вот büyük. виды с квартиры 3 плюс 1. 3 плюс 1, по-нашему, это четырехкомнатная квартира. По социальной инфраструктуре здесь имеется полностью 1200 квадратных метров. Здесь закрытый бассейн на 375 квадратов написано, да, здесь фитнес-зона есть, студия, то есть тренировочные залы имеются, детские комнаты имеются, здесь есть даже зарядное устройство для автомобилей, здесь своя кухня, лобби, то есть это полноценно, скажем так, спа, фитнес-зона. Şimdi bu lobimiz, bu kafeteryamız aynı şekilde olacak. Здесь вот видите лобби, кафетерий. Kapalı havuz. Это вот закрытый бассейн. Işık alıyor şeyden, tavandan. Нема, Güneş ışık, дома. güneş, evet. То есть получается, видите, здесь бассейн, сверху получается окно, она принимает, то есть проходит именно солнечный свет. Fitness'imiz gayet Это büyük. фитнес-салон. Türkçe sanırım. Hamam. Ve çocuklar için kapalı alanlar. Basketbol, futbol, top Для havuzu, детей şampuan. зона получается баскетбольная, это крытая, баскетбольная, футбольная. Здесь игровые зоны и кафетерии, столики, чтобы они могли перекусить. Видите, маленькие столики, они могут там играть, что-то перекусить, и игровая зона для маленьких ребятишек. Dizaynlar kullanıyor. Biri açık renk, biri kapa, biri daha şey koyu. Bu koyu olan bu şekilde. А по интерьеру они использовали два цвета, один темный, другой светлый. Taş ve ahşap kullandık bütün dairelere. Tavan yükseği 3.20. Высота потолка 3,20. Получается, бу, таш мы, Taş. то есть каменные полы Ahşap. это и деревянные, все натуральное дерево. Girişler bu şekilde, duvar kaydı var hepsinde, bunlar da taş. Входные, вот как на фотографиях вы видите, здесь домофонная система, то есть IP-система, и стены у них обои, вот такие обои. Mutfak içinde island var, hepsi Almanya ve İtalyan marka kullanmış. Кухонная зона полностью германская и итальянская. Итальянская. Сетте не olacak? Ankara gegeni olacak. Gegeno, Beş Almanya. mi? Beşlik mi? Dörtlük mü? Beşlik. Почему я спросил дополнительно касательно бытовых техник, что есть пятерка. Что такое пятерка сет? Это духовка, варочная панель, вытяжка, посудомойка и микроволновка. Dolaplar ve takuşini hepsi İtalyan. Bunlar da master room ebeveyn ve bunlar da misafir banyosu. Здесь, как видите, основной, основная, скажем, основной санузел,
все итальянское и гостевые санузлы. Вот так выглядят. И также есть, видите, светлые тона. Темные и светлые тона. Onlar kendileri seçebilir mi satın almayı? Eskiden seçebiliyordu, şimdi artık geçti. Я спросил, они могут выбрать? Они сказали, раньше, когда только начали, они могли выбрать именно по тональности, а сейчас уже, говорят, то, что остается, они покупают. Фотографии вот видите. Я, скорее всего, вот эти фотографии я попрошу и покажу уже поближе. Bunlar da işte planlarımız. Здесь планы. Как видите, 3 плюс 1 такие планы. Tamam. Сейчас мы пойдем, посмотрим, давайте вживую шоурум. Поехали, сейчас поедем в шоурум смотреть. Идем смотреть квартиру, давайте посмотрим вместе. Такой проект, видите, они полностью их подняли, теперь идет отделочная работа, и шоурум у них прямо здесь находится. Давайте посмотрим. Как видите, работа идет полным ходом. Любой объект, первый раз, когда смотришь, визуально уже понимаешь, дешевое или не дешевое. Как видите, здесь все грамотно делается. И самое важное, организационный момент, чтобы посмотреть эту квартиру, мы столько ждали и видели вокруг, как все работает, все организовано, значит, есть качество и контроль. Вот мы пришли посмотреть 3 плюс 1, давайте вместе посмотрим, мне самому интересно. Давайте заходим. Сразу я вижу кухня. Здесь я вот заметил светлого оттенка. Заходите. То, что здесь Deutsch написано, то, что германское, видите. Потом здесь, насколько понимаю, вот видите, вместе с вами смотрю, посудомойка. Вот, видите, тоже работает. Это мраморная столешница, получается. Электроплита, вытяжка. Давайте посмотрим. Здесь балкон я вижу. Это как терраса. Здесь шикарно. И здесь парковая зона, видите? Старые деревья, это не новые посадки. Вообще шикарно, я считаю. Давайте будем смотреть, камеру проверяю. По качеству видно, видите? Все-таки премиум класса использует. Высота потолка 3,20, а высота двери, видите, 2,5 метра. И здесь они идут раздвижные. Давайте смотрим. Закрываем тяжелые двери. IP, домофон. Здесь вся система, видите, подключена. Гардеробные. Они вот такие кнопочные. Я не люблю. Это для ключей. И здесь шкаф, где открывается. Пельмир. А, вот рафта. С той стороны открывается. Давайте посмотрим. Ага. Здесь, видите, это полностью отопительная система. Подача воды. Горячей, холодной воды. Давайте посмотрим. По полу, видите, по полу. То, что говорили, каменные. Теперь гостиная. Здесь квадратов 45-50 точно имеется. Какие двери? Тоже идет видом на парк и выход на террасу.
Видите, какая огромная. Окна панорамные, окна открываются, они не раздвижные, а просто открываются. Давайте пойдемте дальше. Стараюсь всегда делать коротко, но не получается. Выключатели тоже, видите, все сенсорные. И двери также, видите. То есть одну сторону открывает, вторая сама закрывается. Получается доводчик. Шкафы. Вот с той стороны я же не смог открыть, а как там муляж. Такие глубокие, видите, шкафы глубокие, гардеробные. Их много здесь, смотрите. То есть для большой семьи. Здесь, закрой давайте, чтобы не мешало. Сетевая, электросеть, видите, полностью. Прачечная зона. Шамаши Родас. Долаба. Здесь с той стороны будет открываться. Это гостиный санузел. Раковина, видите, каменный. Горшок. И душевая кабина. Идет тропический душ. Давайте пойдемте дальше. Кстати, вот то, что она говорила, видите, обои. И пойдемте сюда. Спальная зона. Тоже, видите, огромная. Квадратов 30 точно есть. И оттуда можешь сделать, видите. Также открывается. Закрыл. Открыл. Вся система здесь. Видите, тоже каменный, душевая, тропический большой, видите, тропическим душем, горшок и здесь встроенный БД, два в одном. Давайте посмотрим, пойдемте, тоже выключатели умные, детская комната, квадратов 16 точно имеется, из-за того, что потолок высокий, визуально кажется меньше. А потом еще один момент хотел показать. Вот этот покажешь, Рамазан. Вот эти, получается, скрытого монтажа. Я в Астане, когда покупал квартиру, хотел двери поставить. Их не видно, они дорогие. И я отказался из-за того, что они очень дорогие. Давайте посмотрим. Вторая спальня имеет свой балкон. Маленький балкон, уже это не терраса, это балкон. Тоже имеет санузел, уже санузел здесь поменьше, более компактный. Также тропический душ, раковина, два в одном, биде, унитаз, раковина, тоже столешница каменная. Давайте пойдемте дальше. Вот такая квартира. 225 квадратных метров, кстати, а по стоимости 2 миллиона долларов озвучили. Естественно, у них это прайс-цена, скидка есть. По расходам сказали нету. Есть налог, но иностранцы, когда покупают, они налог не оплачивают. Вот такая квартира, я считаю, стоит своих денег, стоит в этом районе, да. Ну, давайте, до новых встреч, до новых связей. Думаю, вам было интересно. Мне вот повезло, что человек хочет, и я сам с вами вместе изучаю и вам показываю. Будет, думаю, интересно. Риэлтору Рамазану спасибо большое за то, что он со мной вот носится и показывает. Всего доброго, до новых встреч.